Ну, Жаргрис, она у них такой командный баскетбол, и от каждого исходит угроза, и поэтому, в принципе, нам также надо действовать, как мы и действовали в предыдущих матчах, командная агрессивная защита и командное агрессивное нападение. Вот. Я думаю, что мы будем придерживаться той же стратегии, что и придерживались предыдущие матчи. В принципе, от нас ничего нового. Мы знаем, мы, конечно же, будем готовы к Жальгирис. Не первый год показывает, что она команда с характером, команда, играющая всегда на грани фола. Вот. И мы должны просто быть к этому готовы. Well, we play against a playoff team. I mean, and definitely a Final Four team. And very ambitious. They're very athletic. They're very. They have a good combination of young and youth and actually experienced players. So a tough game. Джоэл хороший парень, достаточно быстро адаптировался, привык к европейскому баскетболу, провел всю предсезонку, провел товарищеские турниры, пока остальные ребята были задействованы в сборной. Отлично смотрится на тренировках, и все уже жаждут его дебюта за ЦСКА и в Евролиге, и в Лиге ВТБ, и болельщики сборной в составе сборной. То есть сейчас у него будет очень насыщенный, наверное, график. А очень сильный игрок, может добавить агрессии под кольцом, как в атаке, особенно в защите, своим чувством блок-шота, особенно вторым темпом. Это у него очень хорошо получается, что мы уже проверили на тренировках неоднократно. И я думаю, что он сам уже очень соскучился по баскетболу и хочет дебютировать, особенно на домашних трибунах. Так что приглашаем всех болельщиков посмотреть на его дебют.